друзья, добрый день. Решили проехаться с женой вокруг Ладожского озера. Первая серьезная. Такие просторы открываются. Часовенка. Это чайная монастырская. Открываются вот такие хорошие виды. Красный, желтый, зеленый, другой просто желтый, зеленый. Я сейчас немножко пройдусь по территории, чтобы было понятно, какие красивые открываются виды. Здесь так вымощено плитками. Со дна Онежского озера была плита вытащена, раздробили на маленькие части вот такие плиточки и вот вымостили. Стенки красные защищали тоже врагов. Сейчас идет реставрация, поэтому целый все не открыто, только частями. Народу ходит очень много, сюда приехало. Там на стоянке перед монастырем очень много автобусов, причем из разных городов, не только из Ленинграда. Река Свирь из Онежского озера впадает в Ладожское озеро. Вот такие виды хорошие. Народу действительно очень много здесь ходит. Место такое. Может, ветерок и мешает хорошему звуку. Но самое главное, виды видно. Только вдалеке часовенка. Купальня шикарная. И вот там на берегу люди живут. По Свирскому монастырю.
поехали дальше.